А ты-то куда идешь? Я так задумался. Тебе желаю удачи. Спасибо огромное. Эй, Люль. Ты время видела, Эй, Люль? Время видела. Я 30 минут тут делами занимаюсь. А тебя нет. Пойдем давай, пойдем. Ака, послушай, не смог я починить. Вызвал мастерскую, отвезут они к себе. Да ты что, пришел Слэш об это сказать? Да? Ну ладно, никаких проблем. У меня сейчас есть другие проблемы. Какие проблемы, ага? Скажи, решим. А слушай, она думает, что я бедный. Я никак не могу ей сказать, что это не так. То есть как? Не понял. Но не время было. Случилось недопонимание. А если она знает, что я вру, вообще ужасно будет. Не так ли? Послушай, ага, выйди к ней и все скажи. Прям так и скажи, что ты сын Аги. Расскажи ей все. К тому же, а что, плохо быть богатым? Ты ведь не нелегал? Так Аллах захотел. Ты-то в чем виноват? Брат, ты-то все верно говоришь. Я ей это объяснить не могу. Если она потом узнает и подумает, что я ее обманывал, тогда-то все плохо будет. Я никак не могу ей рассказать об этом. Просто не могу поймать момент. Знаешь, ага, время, момент, я ничего не понял. Но с машиной проблемы. Поломалась она, немножко времени нужно. Ладно, брат, иди разберись с этим, я ничего не говорю. Вчера ты неправильно меня поняла, Эйлюль. Ты подумала, что я бедняк. Для меня-то никаких проблем нет. Потому что главное не то, богатый человек или бедный. Главное то, что внутри человека, сердце у него, его доброжелательность и человечность. Я хочу тебе сейчас об этом сказать. Если ты потом это узнаешь не от меня, это будет как ложь, а я не люблю врать. Знаешь, у меня даже один раз было такое. Извини, пожалуйста, я, кажется, сел на место твоей воображаемой девушки. А, нет. Я репетировал. Ты театрал? Нет. Тогда почему ты как чокнутый сам с собой разговаривал, а? Ты один сел за стол, где может 4 человека сидеть. Тебе не стыдно, случаем? Эй, ты, неотесная, а где мои друзья сядут, а? Здесь очень много столов. Мы больше всего любим этот стол, не так ли? Ладно. Я не собираюсь с тобой спорить из-за этого стола. Возьми. Смотри, куда идешь, идиотка. Эй, Люль. Ты смотри на это, моя сумка в хлам. Ты знаешь, сколько стоит эта сумка? Послушай, сестра, это обычная сумка. Тебе не стыдно из-за нее тут орать при людях? Сестра? В смысле, сестра? Ты что за человек такой? Я здесь ни минуты более не задержусь, пойдем. Бату. Эй, Люль, ты прогнала самых уважаемых гостей. Послушай, я вычту из твоей зарплаты сумму за эту поломанную посуду. Извините, а? Послушайте, она ничего не виновата. Я когда вставал, я задел эту беленькую, и она врезалась в Эйлюль. Ну, то есть, как вы понимаете, во всем виноват я. Я помогу все собрать. Не нужно зря злиться. Эйлюль, приберись там. Спасибо огромное. То есть... За то, что ты рассказала за ситуацию боссу. Ну что ты? Ты смотри на них. Они кроме себя больше никого не видят. Им кажется, что земля крутится вокруг них. Эгоистки. Нет, ну... Если здесь будет сидеть человек, которому нужна помощь, ты захочешь помочь ему, что-нибудь сделаешь. Они этого не умеют, не знают. У них ведь деньги есть. Они ведь лишают человека самого хорошего. Они ведь относятся к тебе так ужасно, так противно. Это не из-за тебя, это из-за черноты в их сердце. Они все одинаковые. Нет, ну то есть, да, некоторые плохие. 99%, может быть уверен. Я бы исправил, 60, ну или 70%.
Ну, то есть я хочу сказать, что среди них и хорошие люди есть. К тому же, мой отец говорил, что настоящее богатство находится у человека прямо... Мой отец бедный. И ты тоже. Вот и все. Как жаль. Мой отец тоже раньше любил говорить о богатых, но добросердечных людях. О богатых и честных начальниках, которые бедным друзьям давали работу. Но сейчас, из-за богатых подонков, которые не могут компенсацию выплатить, он страдает. А я не учусь, чтобы работать. Прислуживаю богатеньким. Ну, то есть, как ты понял, ты можешь кого угодно защищать передо мной, но не богатых людей. А то перессоримся еще. Ну ладно, я пойду работать. Не хочу, чтобы на меня ругались еще. Спасибо еще раз за все. Пока. Увидимся.